Бойцам 4-го танкового батальона, которые проявили отвагу на СВО, вручили орден мужества. Хочу отметить, что полностью батальон сформирован здесь, на территории Республики Бурятия, из числа мобилизованных, 100%. Мы, делегация наша Республики Бурятия, не раз посещали данный батальон в зоне проведения специальной военной операции. Хочется отметить, что боевой дух, выучка, выправка у данного подразделения очень высокий. Ордена вручили старшему механику и заряжающему танка, пока они прибыли на побывку домой. Двух их товарищей наградили в зоне СВО. Военные также выступили с ответным словом. Спасибо городу Улан-Удэ, что поддержит нас. Всем всего хорошего в новом году. Счастья, здоровья. Спасибо. Дмитрий Гамбоев, новости дня.